большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области пасмурно, но будет проглядывать солнце, осадки в виде небольшого снега, температура воздуха днем минус 8, минус 12, ночью 13-16, ниже 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе тучи, пройдет снег. Днем минус 7, ночью минус 16, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и снег, днем минус 9, ночью 14, ниже 0, северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями и снег, днем минус 10, ночью минус 13, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.